Здравствуйте, глубокоуважаемые любители планерного спорта. Я думаю, что вы, как обычно, хотите порадоваться успехам планера IG-32Mi, который бороздит просторы Южноафриканской Республики. Но вот этот случай вам как раз представляется. Мы сегодня день нелетный, немцы не летают, потому что очень мокрая погода, я взял ручку. Ну вот, и сейчас будут куча дождей. И мы сейчас, ученик Михаил приехал летать сегодня первый день, и очень хочется показать ему красоты пустыни Калахари. Поэтому, наплевав, так сказать, на потенциальный дождь, мы свалили в Калахари, и я вот вам тоже могу показать, как красиво дождь в Калахари идет. Видите, вот пустыня, и вот валит дождь. И скоро этого дождя станет много, и тут 3 дня дождей будет. Ну и смотрите, как вообще выглядит проход через дождь в Калахари. Дождь в пустыне, что может быть веселее? Если только дождь еще и на планере. Закрылок на единичку перекидывай. Вот там еще сухо, но там тоже, в принципе, скоро образуется по фронту куча дождей. Поэтому, к сожалению, вот такая погодочка у нас. Веселая. Ну что? Углерода нет, плохой погоды. Ну, сейчас дождусь дождя. Сейчас вот посмотрите, как капать начнет. А так, классная погода. Главное, что здесь очень красиво. Не знаю, передает камера или нет. Цвет пустыни. Это просто фантастичность. Какая-то фантастика. То есть вот этот красный цвет, вот это реальный Марс. Вот впереди дождик. Сейчас мы наконец-то в него войдем, наверное. Я все целюсь, никак не попаду. И вот так вот, вот куда-куда крыло показывает, мы отлетали. Сейчас у нас удаление от дома 90 километров, а отлетали мы на 315. Представляете, вот кто, никуда в то. Ужас, бррр. Непонятно, как живут тут люди. Ну, слушай, нет дождя. Визуально он есть впереди, а физически не капает. Почему? Ну, сейчас начнет. Вниз-то он посмотрит, так вообще там... О! Вот они пошли первые капли. Вот вы наблюдаете классические звездные войны. Капли дождя текут по фонарю. Видите, планеру не страшно, спокойненько летит себе. Ну, дождик, ну там ужас, ну ужас, ужас. Ну, ничего более. Вот. Мы сейчас через этот дождь пробьемся и пойдем впереди. Вот видите, гряда. Запасной аэродром у нас там есть. А потом, я думаю, что уже развернемся в сторону дома. Но в дожде что плохо? Вот что плохо в дожде. Барометр лежит на минусе. Ой, где он? Вот. Минус 5 скорость, он минус 38 по осреднителю. Мы сыпемся камнем вниз. Поэтому я, так сказать, откланяюсь и займусь поиском восходящего потока, чтобы вернуться домой сегодня. Вот вам еще раз заключительная картинка нашей красивой розовой пустыни Калахари. Вы чудеса ли, посмотрите, ну как красиво. И вот торчат еще горы какие-то из этой пустыни. Ну просто вот фантастика. Аривар.